квартиры подозреваемых в немецком Оберурзеле. Именно через этот городок, что к северу от Франкфурта на Майне, должен был проходить традиционный первомайский велопробег. Предполагается, что теракт готовила семейная пара. 34-летнюю уроженку Турции и ее 35-летнего супруга, также турецкого происхождения, задержали в ночь на 30 апреля. В их квартире спецслужбы обнаружили взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Есть подозрение, что речь идет о салафитах. На основании проведенного к этому времени расследования, мы на данный момент можем сказать, что нам удалось предотвратить готовящийся теракт. На след предполагаемых террористов месяц назад вывела бдительная сотрудница одного из магазинов стройматериалов. Супруги под вымышленными именами приобрели в нем 3 литра перекиси водорода, которую можно использовать для изготовления бомбы. Предполагается, что задержанный мужчина изучал химию и был связан с салафитскими группировками, а также радикальной исламистской группой «Зауэрландская ячейка». Полиции пришлось срочно вмешаться. Поскольку обвиняемый в рамках расследования все больше проявлял себя. Он стал изучать местность по маршруту велопробега, который должен был проходить во Франкфурте на Майне. Устроители международной велогонки вокруг Франкфурта на Майне протяженностью почти в 200 километров ожидали на соревнования сотни тысяч человек. Несмотря на то, что полиция задержала подозреваемых, от проведения массового спортивного мероприятия пришлось отказаться. Памятуя о трагедии бостонского марафона, немецкие власти решили не рисковать.